дослужили мы до этого светлого мига. Я еще раз всех поздравляю со светлыми праздниками Христового Рождества, с грядущим праздником Богоявления, со всем тем, что мы еще до сих пор живы, с тем, что мы вместе, с тем, что мы видим, слышим друг друга. Вы меня видите немножко лучше, чем я, потому что мне фонари светлые в глаза. Вот. Но я надеюсь, что это такая вот эта асимметрия не сделает нашу с вами радость какой-то ущербной. Так, чем спеть-то? Раз. Не громко гитара. Петь вам, друзья хорошие, рассказать вам, какие новости, что сегодня вселенной брошуя те же истины мхом поросшие, облеченные в речи плавные, что само по себе не главное, потому что главнее этого от души передать приветы вам. Все мы тонем в болоте суетно, все крутые и все пологие, и безрадостные рисует нам перспективы антропология. В каждой куколке дремлет бессия, всем, кто молод, грозит состариться, но и Богу не стоит париться. Есть и радостные известия, петь песни, ай да! Или над вертепом новая звезда. Свет мира родился там, и ему я ныне хвалу поздам. Эй! Слышал я, что как ни призывается, все равно не избегнешь тления, что все прах, что мечта сбывается, за бесценок, без сожаления. И этот философичный поток слюней душит душу на свой угрюмою. А у меня тоже есть одна мысль о ней, и я скажу тебе, что я думаю. Серия думного, что пытался поведать миру я, что сказать напоследок умного, вышеспетые резюмируя. Только то, что вся тяжесть земных оков не препятствует видеть во тьме лучи. И пока в твоем сердце жива любовь, остальное все это мелочи, мелочи. Сияние неба посреди, свет веры горит в груди. Так давай же Господу славу воздадим, так давай же Господу славу воздадим. Без конца твердят о том, что наш мир жесток. Взгляни, как падают капли дождя с листа на листок. Как солнечный луч пляшет в каплях росы на свежей траве. Не знает он, что
часы, носясь по Москве, когда все вокруг без конца говорят, что жизнь — это бой. Взгляни на движение облачных гряд вдали голубой. Вдохни свежий ветер, несущий с полей цветов аромат и свет. Тихие чувства пролей в темницу ума. Шире шаги, веселее взгляд. Руки расправишь, подобно крыльям, звездной пылью усыпан небесный свод, свод оркестр звезд. Все солисты солят. Когда все вокруг по незнанию врут, что ты на земле один, на небо прокладывай свой маршрут. Искания по один, выгольное ушко ведет, Ариадны нить, так иди же горя. Ищи, а найдя, будь готов сменить петрила на якоря. Когда все вокруг и лишь ты внутри, решаешь шагнуть или нет наружу, не стой сомневаясь, проедь двери, дай боль ногам и назад не смотри. Пусть эмбры звуков и краски цветов, ракочущий глаз океана и глаз нежных встреча молчанием развенчаны и церковные свечи сольются живой водой по ступеням ладонь. Шире шаги, веселее взгляд. Руки привычно ласкают струны, звездные руны на своде небес горят, и усходят звезды. Любите яснее говоря. Сейчас, с вашего позволения, немножко построю гитару. На ее счет возникли некоторые сомнения. Как говорит мой добрый друг Игорь Лазарев, буквально минуту терпения, и потом всем будет очень хорошо. Я вспомнил, меня не просила объявить еще в первой части, но на всякий случай объявлю во второй, что на наших вот бумажках, афишках есть наши координаты, сайт ВКонтакте. Если кто не знает, вступайте в группу, приглашайте друзей. Сайт, надеемся, скоро обновится, будет новый сайт. Вот, ну, в новом году новый сайт. Потому что старый уже морально устарел. Готов? Ну что, устал лучше или нет? Вот, ну, для той песни, которая с Божьей помощью прозвучит сейчас, может быть, не стоило так скрупулезно настраивать гитару. Вот, это песенка новая. Вот, еще, может быть, она немножко шевелится. Может быть, еще у нее какие-то отростки потом появятся. Но сложилась у меня уже такая добрая традиция на рождественских концертах. Раньше это называлось, ну, в общем, в этом зале, раньше это называлось «Факел», теперь «Гармония». Петь песни, дописанные там накануне ночью. Вот, песня, с которой я начал сегодняшнее свое выступление, она тоже вот из этого разряда.
сейчас прозвучит песня, написанная, вот, собственно, ночью со вчера на сегодня. Я еще буду стараться не спутать слова, в этом мне поможет носитель. Я буду смотреть на него. Хотя на вас мне смотреть, конечно, гораздо приятнее. Наверное, лучше потише сейчас сделать гитару. Вот еще что нужно сказать про эту песню. Дело в том, что эта песня — это не просто песня. В последнее время, не только в последнее, приходится слышать такие тезисы, что мысль материальна, своими мыслями, своими идеями вы формируете, так сказать, мир вокруг себя, как ты о чем подумаешь, так оно и будет, и так далее, и тому подобное. Вот. Я решил в связи с этим написать песню такую под названием «Автотренинг». Вот. В надежде на то, что все, как я спою, так оно и будет. Вот. Дело в том, что... Ну, действительно, я думаю, что многие люди, которые что-то пишут, сочиняют, они иногда обращали внимание на то, что ты что-нибудь напишешь, а потом в жизни тебе это по башке пролетает, то, что ты написал. Вот я попытался сделать так, чтобы не по башке в этот раз прилетело что-нибудь хорошее. В этом лучшем из миров я так жив и так здоров, как блаженный, не страдаюч от житейских катастроф, как харизмой наделен, как бесстрашен и силен, как успехом избалован, за младенческий берем. А в этом лучшем из телес я могуч, как Геркулес, обеспечен в норме печень, в норме возраст, рост и вес. Я прекрасен и ретив, излучающ позитив, я так радостен и светел, мир собой обогатив. В этом лучшем из умов словословие псалмов, словно знамя над стенами философских теремов. Я так вдумчив и глубок, и сверен, как голубок, но имея мудрость змея, расплету любой клубок об этой плане.